Смотрите в новом выпуске программы «Код доступа». Дональд Трамп. Он говорил, я буду величайшим президентом когда-либо, сотворенным Богом. Как он смог удержать свою бизнес-империю на плаву? Практически все кредиторы повернулись к нему спиной, воспринимали Трампа исключительно как мошенника. По чьим правилам играет президент США? Никто не может стать президентом, если он не взял огромную кучу денег у корпорации. И кто он для России? Друг или враг? К этим тайнам у нас есть код доступа. В четверг в 20:45 на телеканале «Звезда».